А морские где ваши? Морские прибыли. Ага. Там лучше сидеть, потому что хочу поделиться. Хорошо. Там много литров набрать, каких-то литочек набрать. Панцирные щучки. А там всегда отлифты, они всегда уходят, очень популярные колбасы. Я думаю, вот и те, которые там чистят бассейн тоже, да? Они у больших щит разводят. Да, я видел. Да, у нас там тоже такие есть. Я только не знаю, мы их разводим или они именно для чистки. Не знаю. Скажу, красиво и ваши, мне их красиво. Да? Значит, тогда они... Солдаты я не видел. Значит, они для чистки тоже там уйдут. А вот у вас там на входе эти красные шапочки такие, вот я видел. Шапочки, ты у нас еще целый зал есть, ты можешь показать. Ну, у нас вот тоже это выращивают всех вот этих вот хвои и шапочек. Просто карацинки вообще огромные там ассортимент. Мы просто берем то, что обычно у нас уходит. Вот эти фантомы, титры королевские, там вот слева все вот фантомы, все карацинки. Сейчас уже такие полосатые, корешки сидят. Угу. Ой, да, вижу.